Добро пожаловать в группу под названием Midnight Ghost Hunt. Полуночная охота за привидениями. Игрушка наподобие нашего любимого Dead by Daylight и Prop Night, где в роли выживших охотники на привидения, а в роли маньяка призраки. И в этой игре могут убить как призраки охотников, так и охотники призраков. Кто кого. Ну что ж, давай посмотрим на деле, как это будет все смотреться. Мы немножко поиграли, вроде как неплохо смотрится. Погнали, готова ли ты, Starlight? Я готова. Мне интересно, как это будет, потому что, по сути, тут можно бить мана, ну, да. Что нельзя сделать в ДВД. Да, здесь можно наказать. Ну, начинаем, пробуем. Я так скажу, маны здесь довольно-таки миленькие, хорошенькие призраки привидений. Просто немножечко побегали в обучении, и за манов реально интересно играть, за призраков, ну, да. Мне понравилось. Она сама по себе очень такая красивая игра. Вот, все вот. Кстати, заметь, что отличает эту игру от ДБД? Получается, взгляд Сурва, наоборот, от первого лица, а взгляд Мана от третьего, а в ДБД наоборот. Ну что ж, Старлайт, возможно, да, возможно, готовься. Видел? Готовься. Там должно больше быть 6 человек. Да, много людей. Я не знаю, правда, сколько здесь охотников, а сколько привидений. Я призрак. Ты призрак? Да. А я кто? Прям... не знаю. Подожди, я тоже призрак, что ли? Не знаю, мы призрак? Вдвоем призраки, да, мы вдвоем призраки. О-о-о-о. А сколько здесь призраков, интересно? Да, я призрак, Starlight. Я появился. А ты где? Мы будем их ловить. А тут поровну, смотри, тут получается 4 охотника. Боже мой! Он уже атакует! За мной меня убили тут же! А что так быстро-то? Поднять тебя можно поднять? Не знаю, но я опять появился. Так, здесь можно закупаться, видимо. Тут 4, получается, выживших и 4 призрака. А что нам делать-то? Нам надо просто убивать? Нужно прятаться, да, стараться убивать их тоже, да? Просто мы в полночь более сильные, я так понимаю. Время до полуночи 2 минуты, нам надо 2 минуты продержаться. Так. Способность не могу активировать. Но очень странно. А, может быть, я не выбрал, видимо, свои способности, потому что у меня только у тебя одна способность. Сколько у тебя здоровья? Сколько здоровья у тебя? Здоровья я не вижу. А где посмотреть? Вот внизу, в левый нижний угол. А, я фантом! Я не могу ничего делать. Я могу где-то воскреснуть. Иди ко мне сюда, ты видишь мой ник? Вижу, иди да. В мою сторону. Плыву, иди в мою сторону. Я как будто уплыву. Да, ты уточка вот. Да-да-да, тут есть, короче, алтарь. Вот. Ага. Может, я тебя смогу? А, вот, да, я могу, по-моему, здесь ожить. Что-то ко мне. Знаем. Ты как-то можешь меня оживить, видимо. Меня как-то сразу убили, я только появился, и сразу меня убили. Очень странно. Ты тут что-то оставляешь. Давай-ка, ты следи иди сюда, вот смотри, тут есть этот, хилинг, орб, есть, иди сюда. Ну, я не могу. Ты не можешь сюда зайти? Ну, я вижу, я тут стою. Ты зайти не можешь, да? Ну да, я могу на алтарь нажать. Очень странно, меня как-то очень быстро убили. Время до полуночи, получается, 30 секунд осталось, может мне не палиться до этого? Ну да. Тут, кстати, один, по-моему, умер охотник. Два осталось. Два охотника осталось. Ну да. Ничего не понятно, я так скажу. Пока ничего не понятно. Так, полтергейст. А вот возрождение у меня будет через... Через одну секунду. Ну все, у меня возрождение. Блин, ошибка какая-то. Что я делаю-то?
А меня выкинуло. До начала матча 10 секунд. Мы можем выбрать пушечки, но у нас пока что нету призрачных осколков. Поэтому у нас пока что стандартное оружие. О, я вижу уже призрака, вон он. Все, мы появляемся. По сути, мы сразу охотимся. 4 выживших, 4 призрака. Давай держаться вместе. А ты где? А вот, я уже за призраком бегу. Пытаюсь поймать его. Вон, видишь? Бегу. Начинаем стрелять. Он надрал куда-то. Нет. Я так скажу, за охотников поинтереснее играть, мне кажется. Пока что. Боже мой, за что они палят-то? Они ищут призраков, я так поняла. А, так, это пылесос у меня. Где-то спрятался. Ну, тут как в Пропнайте, я думаю, предметы будут как-то выделяться, отличаться. Неправильно стоять. О! Нашел, по-моему, да? Нашел? Не знаю. Тут лавочка какая-то. А, нет, это просто лавочка была. Окей. Я так понимаю, тут так же, как в Пропнайт, если предмет больше, то у него больше здоровья. У маленького предмета меньше здоровья, я думаю. Так, Старлайт, вижу тебя. А давай, вместе. О, боже мой. Дайте я хоть рассмотрю, ну-ка. У нас 3 минуты еще есть? А, прикольно. Надо будет скиночки еще посмотреть, да. Я вижу твои, да, глаза вижу твои. Классно. Красивые так, глаза. У тебя тоже красивые. Давай искать призраков. Давай. И они двигаются, они перета. Да, они долго не могут стоять. Жалко, нет у нас оборудования на обнаружение. Точно! В следующий раз давай ты берешь пылесос. Вот. Смотри, не, можно... Можно шевелить, смотри, можно подходить и наезжать. А, это мы, да. Да, это мы. Можем, видимо, так обнаруживать. Видимо, призрака мы либо не сможем сдвинуть, либо он выселится. О, смотри, они по крышам бегают, можно по крышам ходить? Как, а как они, как ну, они тут лесенка есть. Да, по лесенке можно подняться. А, давай держаться все с ними вместе, у них есть просто эта штука. А, да? Которая меряет, да. Он тоже, я сверху, смотри, наверх посмотри. О, как ты туда попал? Юху! От по лесенке можно подняться. А если в колокол? Выстрелить в колокол. Ничего не будет. А что они стреляют, я не понимаю, в это место? Они ищут призрака, скорее всего. Пополнить бы припасы. Боже мой! Меня стреляют! Вот он! Призрак! А он поймал! Пылесос! А, нет. А, Астрал, через 2 минуты будет охота на нас уже, я так понимаю. У меня только что тут кто-то здесь кидал в меня что-то. Отсюда? Откуда именно? Вот он, я вижу! Вот он, где он? Статуэтка! Он. Да вон он же! Нет? Она удрала куда-то. Вон он, статуя! Нет? Вон, левитирует! Там кого-то дамажит. Пойдем поможем. Окей, пойдем. Его сейчас убьют. Короче, призраками нужно реально стелсить и искать моменты. Быстро... Вот в чем дело. Они быстро меняют объект. Ну да. Они... Нашего убивают. Убили. Помочь. Попал. Где? Вон он, кубик. Наверх, удрал, наверх. Как он туда попал? Не знаю. Он просто прыгнул. Блин. Ну прикольно, слушай, сейчас мне начинает нравиться. За выживших здорово играть. Выживших реально здорово играть. У нас еще стандартное оружие. Потом оно будет более улучшенное. Друга будем убивать? Зачем друг друга убивать? Фанни, мы попадаем друг в друга или нет? А вот я собрал 100 очков. Ну, давай проверим. Подожди. У нас 21 секунда. Стрельни в меня. О, смотри, возродить. А как возродить-то?
У нас, видимо, нет аптеки, чтобы зарядить. Нужна энергия, наверное. Боже мой! Призрак! Они сейчас очень сильные. Они сейчас будут нападать. Да, один призрак. Не торопится. Не иди, это ловушка. Да-да, мы туда не пойдем. Мы наоборот будем ждать, когда они подойдут. Что происходит? Бегай, бегай, бегай! В отключке я! Капец какой-то. Все, убили. Игроки, победи. Они ждали. Вот как надо ждать. Вот ну, да. Не надо ждать. Да, но нужно выжидать моменты. Сначала надо прятаться, а как только будет полночь, тогда можно просто пушить. Вот так. А охотники должны заранее как можно больше убить выживших. Охотники должны как можно больше убить призраков, чтобы им было легче потом, скажем так. Забавно, за охотников мне понравилось больше, ну, чем да, за призраков. Да, мне так тоже скажу. Понравилось. Ола, смотри. О, другая карта. Красивая карта. Это знаешь выпускной в Америке? Ты бы пошел? Ты бы сходил? Ну да, почему его нет? Со мной пошел бы. Пошел бы, почему бы нет? Обязательно бы пошел. Выбираем. А, я призрак. Я тоже призрак. Так. Мы с тобой вдвоем призраки. Кстати, возможно, это сделали, знаешь как? Если ты в тиме с кем-то играешь, то ты играешь именно в одной команде, чтобы но не было правильно там подсказочек, да, и все такое. Это правильно, правильно. Ну да, все, ты понял, да, как они играли? То есть они ждали до полудня. То есть нам надо так же. Ну да. Так, чем можем? Можем также исчезать на F, да, если у тебя стандартная способность, ты можешь... Вот это, а где? А где ты? Быстро уйти. Вон. Я стул в столовой, я не в столовой даже, это, а, наверное, в холле, в общем, я в кафешке какой-то. Обеденной зоне. Я в библиотеке зоне нахожусь. Окей. Можно вселяться в дверь, представляешь? Ну да, тут в дверь даже, ничего себе. Я не знаю, может выйти? Долго нам нельзя, кстати. В предмете находиться долго нельзя. Смотри, я передвигаюсь предметом. Take cover. Были охотники. Тут полтергейсты есть. Полтергейст это, видимо... просто вещи начинают летать. Это их отвлекает охотников. Охотники в зале. В этом... Уходи, уходи, Алекс, улетай. Улетаю. Я... Маскировка. Переселяйся чаще в объекты. Я просто, по-моему, блин, не уязвим. Я в дверь вселился, меня уничтожили. Так, получается, я полтергейст, но я могу возродиться или нет? Consume soul. Такое... Меня быстро обнаружили, блин. Типа, я только могу следить, или меня все-таки можно как-то воскресить, интересно? Ты можешь помогать, кстати, у тебя есть вспомогательные какие-то способности, ты можешь помогать. А, я могу замораживать их. Я могу холодно им делать. Да, и когда ты их замораживаешь, они становятся медленнее. Ну да, точно. Интересно, они меня видят? Тут очень много полтергейстов. Видишь, летают, левитируют. Мне надо что-то маленькое вселиться, чтобы... Потому что реально похоже на Prop Night, где маны ищут выживших. Прикинь, не заметил, ушел. Еще заметил, игра не очень сильно оптимизирована. У меня тоже нету такой плавности. Слушай, ну это сложно находить. Я не знаю, нужно какое-то оборудование, чтобы можно было находить. Без оборудования очень сложно найти выживших. Какой генератор? А, генератор. Там ты можешь, по-моему, способности свои покупать. Какие-то новые оружия, способности. Я морожу его, морожу.
хорошо. Да, я могу реально вам помогать. А тут убили одного ханта. Почему-то опаснее за призраков играть, да? Ну да, лучше не палиться. Так, о, хорошая идейка. Под лестницу спрятаться. Ну вообще, я скажу, интересно, смотри. Ну, я думаю, моей аудитории тоже будет интересно, потому что, как бы, Dead by Daylight, Prop Night многие любят. Я думаю, им зайдет данная игрулечка. Я надеюсь, ребята, вам понравилось. Вот если понравилось, мы обязательно продолжим играть. Вот, со Starlight, если хотите. По-моему, неплохо. Одному скучновато, но в хорошей компании, я думаю, прям зайдет. О, краски, смотри, можно в краски телепортироваться, ну, появиться, в общем, воплотиться. Это был Consume Soul какая-то был. Может, я могу тебя поднять? Я вот не могу понять, мы можем ли воскрешать, или не можем воскрешать умерших. Ну да, ребят, кто знает, напишите в комментариях. Это очень важно, чтобы следующая серия была более продуктивна. Нам надо знать, как вообще воскрешать призраков. Как, ну, воскрешать охотников тоже можно. Я думаю, дефибриллятор нужен, чтобы воскресить охотников. Я думаю, чтобы призраков воскресить, тоже нужен какой-то приборчик. Купить. Ну, ты должна как-то накопить. Может, тебе надо полтергейстов? Кто должен уничтожать? Мы или они? Летающие. Так. Тут какая-то сила есть. Тут много полтергейстов, тут прям дофига их. Алтарь, а может, я тебя у алтаря поднять могу? Не знаю. Попробуй. Там алтарь есть. Я к алтарю тоже полетел. Ну вот я долетел до алтаря. Тут. Они тут. Да. Алтарь там, да? Тут есть способности. Я могу что-то купить, какую-то способность. Может, я могу тебя как-то воскресить? Тут должна что-то купить. Какую-то оживлялку. Я последний призрак. Ты последний призрак? Убей всех, Starlight. Убей их всех. Отомсти за нас. 25 секунд осталось. Если ты 500 алмазиков накопишь, то ты сможешь что-то купить. Так, сфера здоровья. Создают исцеляющую сферу. Можно дать ее раненым призракам. Одновременно можно иметь только одну сферу. Можно использовать только после смерти. А, ну вот, видимо, я могу восстанавливать здоровье, если я умру. О, я ожил! Я ожил! Все оживают, оказывается! То есть охотники должны всех поймать. Можно проходить через... Нет, нельзя. Да убить. Да. А как мы обойдем? Где эти охотники? Вон, я спустилась вниз. А где охотники? Ты скажи, как ты спустилась вниз? Я вот через окно вылетела. Вон, охотника вижу. Я не вижу окно. Боже мой, я... А, вот, веселуху пропускаю. Меня поймали в ловушку, меня уничтожили. Уничтожили? А, вот, я выжила и дала шанс вам воскреситься. Я не понимаю, как бить. Найди Ghost Orb, похилься. А меня убили. Я ничего не понимаю, ребят, простите. Я налетел, я стал пушить. Ты помнишь, как они нас запушили быстро? А, да. А почему мы их так не можем? У них более сильное оружие, у них дробовики какие-то. Они держатся вместе. Да, они вместе держались. Охотники, если мы будем хантами, то предлагаю одному взять определяющую штуку, чтобы определить. Ну да, надо еще накопить валюту. Ну, видимо, вот мы прокачиваем опыт, и со временем мы открываем новые способности, новые предметы. Пока я сколько алмазиков? 375. 900? У меня 375. Потому что почему так? Потому что выжила, дольше жила. Я быстро умер. Меньше очков. У тебя второй уровень, да, видимо? Так, получается, мы опять за охотников, да, играем? Ты бери пылесос, а я возьму определитель. Давай так. Хорошо. А, ну вот. Дефибриллятор тоже можно взять. Аптечку.
Так, а из оружия пока что только обычная у нас пушечка. Ну давай. О, мы едем! Мы на машине едем куда-то. До начала матча минута. А, вот как это смотрится, начало матча. Боже мой, какой тут бардак. А, тут куча оружия, телевизор. О, музычка играет. Прикольно. Мантик. Ну да, тоже видишь? Мы едем на задание. Ты видишь, что я киваю? Да, вижу. Ну-ка, покивай. Не, не вижу, ты не киваешь. Видишь, я киваю вот сейчас. Ну ты рассматриваешь оборудование. Не, не вижу, не вижу. Ну что, мы на вылазку, ребят, едем? О, боже мой, тут, смотри, тут показано какие-то портреты, картины призраков запечатленных. А, в это время призраки прячутся. То есть, видишь, пока ну, мы да. едем, призраки прячутся. Да-да-да, у них есть минутка как раз таки. Получается, восьмером играем, 4 против 4. Ну, мы да. прибыли. Прибыли. Так, ну пойдем, ты будешь искать. Все, у меня есть эта штучка. Работает. Давай, надо. Возможно, да. здесь проще по двое ходить. Идем. Они были в прошлый раз в библиотеке. Ну, мы появились в библиотеке, они, скорее всего, там же. Ну, может быть. И чувствую что-то. Где? Это здесь. Это здесь. Вон, видел! Оглушил! Где он? Прыгнул куда-то. Где еще? До сих пор здесь. Здесь где-то в этом углу. Здесь! А, я в ловушке! Я в ловушке! Я в открычке! Как нет? Вижу, вижу, вижу. Меня тоже поймали, видимо. А как освободиться? Это ловушка. А, меня поймал! Вот он, вот! Блин, засранец убил меня. Но я его два раза ударил. Они мощные. Хочу выйти и перезайти из этого матча, да? Она смогут оживить? Нифига себе у него оборудование, посмотри. У него довольно-таки мощное. Но они уже достаточно хорошо накопили. Видишь, у них какое крутое оружие? Им проще. Вон, они ловят. Они могут ловить. Тут, видимо, тоже способность. А он ничего сделать не может. Они могут ловушки ставить какие-то. О, мы призраки. А, мы призраки все-таки будем. Угу. Пока другие способности мы взять не можем. У нас только да, классическая, пока, стандартная. Мы пока что качаемся, да. Так, давай играть очень аккуратно. Нам нужно спрятаться. А, смотри, с нами боты играют. Тут боты тоже есть. Они прямо написаны, боты. То есть... Да? Мы вдвоем, по сути, играем. С нами боты. И два бота. Блин, серьезно? Ну, это может быть, знаешь, может быть, боты, наоборот, лучше поиграть, чем... Да-да-да. Скоро, кстати, через до начала матча 37 секунд. Ой, иди сюда. Нам надо куда-то спрятаться. Давай не будем прятаться, будем танцевать, да. Летать, будем наслаждаться смертью. Мы будем дружелюбными привидениями. Да. Каспер, дружелюбное привидение. А, блин, Каспер, точно. Блин, я вспомнил ностальгию. Ромео, о, Ромео. Так, а я тоже могу. Я не могу так жить. О, я придумал. О, я буду на гитаре играть. О, она реально играет, когда падает. Звуки, видишь, слышишь? Они пришли. Котники. Блин. Прятаться, Алекс, надо прятаться. А я могу куда-нибудь закинуть себя повыше, да? Можешь. Помоги! Да почему я сразу? Тебе нужно, уходи, уходи. Превращайся в другие объекты, перемещайся в другой объект. О, боже мой! Да меня уничтожили, ну почему? Меня постоянно находят. Как это работает? Почему всегда я? Почему я первый? Неужели я такой нуб? Я хотел спрятаться, я наверх прыгнул, и меня обнаружили тут же. Они тут стаи пошли.
А, боже мой, я прям на них вышел. Ну что такое? Так, аккуратненько. А, бей их, бей их! Подожди, нет? А, тебя не нашли, не нашли. Не могу, не могу, не могу. Ой, что это такое? Так, давай еще раз. Охлаждаю пыл. Тебя убили? А что? Да, а что делать-то нам получается? Только ждать. Я же говорил, боты, смотри, намного лучше, правильнее играют. Ты пока два. А вот кажется... Блин, они ботов найти не могут. О, кстати, у меня прикольный скиночек, смотри, такой зеленый. Что могу делать в качестве? Мы можем их охлаждать, замедлять. Ну, катки довольно-таки короткие, по... Чё, по 5 минут, да? А потом самая жесть начинается. Получается, нам единственное, что остается, это ждать, когда... Ну да, ну, боты с нами играют, поэтому если мы ливнём... А, кстати, смотри-ка, вместо ботов подключились люди. А, вместо ботов люди могут подключаться. И в тот раз, в первой катке, мы также подключились, по сути, вместо ботов стали играть. Потому что мы подключились, оставалось до матча 2 минуты или полторы, что-то такое. Где самая жесть происходила. Так. Ясно. Погнали следующую тогда. Че, не будем ждать полуночи? Ну давай дождемся. Мы возродимся в полночь. Давай дождемся, ладно. Накажем их. Ну, если наши эти тиммейты проживут. Ну, да. Боты бы прожили, боты реально хорошо прячутся. Как я говорил, что. Боты сыграли более грамотно. А, один бот получается, а второй? Где второй? Не вижу. Второй непонятно. Я упала куда-то, прикинь. Куда упала? В текстуру провалилась? А, вот, я вижу, да, я вижу. Да, тут дырочка это, есть. Вот этот. О, что это такое? А, это растение. А, ну... Убили последнего, да? А, они бота нашего убили. Но зато нам сколько-то очков должны дать. Тогда посмотрим. О, это топ, ты топ-охотник? Ой, ты топ-призрак? Я топ-призрак? Ладно. Смотри, зато у меня второй уровень, 250 осколков дали. Можно что-нибудь уже купить. Итого у меня 750. У меня 1025. И чуть-чуть осталось до нового скиночка. Окей. Так, я думаю, что мы сейчас... Это, я думаю, что мы чередуемся. То есть мы сейчас играем катку за охотников, наверное, да? Сейчас, да, сейчас за охотников. Смотри, есть... О, какой-то дробовик. Я хочу новое оружие. Я открываю его. За 500 можно открыть. Я беру его, и я все-таки возьму определитель. Все, поехали. Ты возьмешь определитель, да? Тогда я возьму... Да. Так. У меня новое оружие, у меня какой-то дробовик. Ты можешь тоже что-то выбрать новое. А скиночки подождут? Так. Мне нравится, здорово сделано, когда ты ждешь. То есть, пока охотники прячутся, ты можешь на город посмотреть, можешь музычку послушать. Вот, очень так прикольно, атмосферненько. Но посмотри на этот город, это просто какая-то развалюха, видимо, какой-то, не знаю, постапокалипсис, какая-то дичь творится, в общем, разруха какая-то. Люди не ходят, видимо, все по домам сидят. В общем, ужас. Город... Мертв. Кстати, разные пушки есть. А ты какую взял? Первую? Вторую, дробовик. О, блин. Мне такой ник забавный. А я не знаю, как говорить. Я тоже не знаю. Hello? 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 Он слышит нас? Не знаю. А как это? Так, не знаю. О, дробовик прикольный. Вау. А мне двустволка какая-то, двустволочка у меня. Тройка. Забавная. Боже мой, уже! Ставь, вижу ставчик!
It's a chair. Блин, отключили. Кто-то отключил. Они сразу нападают. Блин, кажется, они действуют очень жестко. Они сразу нападать стали. Капец какой-то. Что происходит? Они просто решили сразу нас запушить, прикинь? А я отключил, я это смотрела. Забей. Управление не смотрела вообще. Непруха, непруха. Они сразу нас напали, просто напали и запушили. Они, видимо, в тиме играют, просто взяли на нас и тупо напали. Замечательно. Давай следующий попробуем. Войска где? Сколько нам дали очков, интересно? О, мне, я лучший хан даже, хотя я первый погиб. 500 дали, видимо, да? А, плюс 125. 125 дали. Неплохо, кстати, за то, что мы, по сути, умерли. Ну, и да. Неплохо. Но могло быть лучше. Мы же призраки, Старлайт, нам надо уже давно прятаться, а не сидеть нужно... там. Я спряталась в лампу. А, помнишь, пойдем под ту лестницу, где я пойдем под лесенку, да-да-да. Еще не приехали, так что... У нас лестницу... 10 секунд, 10 секунд. Это только в банку, что-то, во что-то маленькое превратится. Может здесь остаться? Я вот в стопку книг превращусь и буду сидеть под лестницей. Стопка книг? А, тут банк есть, иди сюда, в банку вселишься. А, я могу рассыпаться? Они могут услышать, да, меня? А, могут. Банк? Нет, так просто. А, окей. Все, я в баночке. Давай, тихо-тихо, не двигайся, главное. Ну да. Но это уже пропнайт. Подожди, а если я буду говорить, допустим, hello, hello? А мне только... Если Q, то ты только с командой разговариваешь. А, только команда, окей. А можно со всеми, да? Можно со всеми, но так. Со всеми, сейчас я посмотрю, как со всеми. Ну да, G вернуться в призрачную форму, R... T. Ты будешь со всеми в матче разговаривать, а Q это только с Тимкой, с нашей. Окей, okay. R это перенаправить предмет. На R, чаще жми на R. Или нет, или как? А, на R это выпрямится. А, на R это выпрямится. Нашего убивают, нашего убили. А что мы сделаем? Кстати, знаешь, что я понял? Нужно, если идешь пушить, то нужны большие предметы, потому что у них больше здоровья. Блин, прикольно. Да, можно постоянно переселяться. Проще сразу здесь носить цель. Здесь. Тихо. Пались, они здесь, рядом. А я же говорю, они меня не слышат. Не, в плане этот, не перемещайся. Стоит подвигаться вот так немножечко. Двигайся здесь вот так вот. Я могу перемещаться, это. Просто перемещаться. Ты меньше... Видишь, выделение эктоплазмы. Ты очень много эктоплазмы выделяешь. А если будешь просто кататься по полу, видишь, у тебя скидывается. А, вот, вижу, да, выделение эктоплазмы справа. Если слишком много будет... А, если слишком много, они нас найдут, поэтому... Еще ты спалился. Сюда, просто сядь естественно. Так, иногда покатывайся, чтобы это... Ну да, просто... От меня вообще шума нету. Но они, видимо, слышат, да, это? Ой, да. Смотри, у меня слизь под этим, подо мной. Ну да, я тоже вижу. Тихо-тихо. Надо переезжать. Не прячься. Они не увидят, как они увидят? Смотри, сколько слизи тут под нами. Так ее, она незаметная. Она незаметная, она же под лестницей. Не, ее чувствует. А как они чувствуют? Их же приборы. Смотри, я езжу, и у нас подо мной слизи. Ну да. Я выгляну, посмотрю. Переезжать. Назад. Боже мой, ты меня толкнула. Ой, прячься, тихо, сиди. 2 минуты осталось. Не, прикольно, это наподобие Пропнайта. Чувствуешь себя выжившим, как бы. Ну, где-то ты мертвый. Где-то здесь. Это призрак. Не здесь, не здесь. Это призрак. Слышишь, под нами, наверху. А, ну да, где-то там. Много... Это... Ты меня толкаешь, эй. Ты меня толкаешь. Алекс, не толкайся, подожди. Прости. Тихо, я не двигаюсь. Не прыгай, ты чё? Я на тебя хотел залезть. Я аккуратненько. Да почему? Я не могу на тебя залезть почему-то. Алекс, аккуратненько, чё тебя тут не... Ты меня скидываешь, почему? Тихо. А попробуй ты на меня залезть. Я тебя скину. Мне надо немножечко поёрзать. Так ты вот именно прыгни на меня сначала.
Ну-ка. Сможешь? О, боже мой. Попробуй прыгнуть. Ты отскакиваешь, да? О, что такое светится? Healing Orb. Это часть, если у тебя как призрака будет мало жизни, ты их собираешь. Мы не можем друг на друга прыгать. Почему-то. А лучше ты встань в угол, а я на тебя прыгну. Ну давай. Потому что ты очень много шума создаешь. Хорошо. Прыгай. О, а ты... А почему ты меня отталкиваешь? Я тебя не отталкиваю. Теперь встань ближе к этому. К стеночке пододвинься теперь. Ой. Тихо, не парись. Мы только вдвоем остались, поэтому не парись. Окей. 45 секунд осталось. Нужно сейчас 44 секунды продержаться, чтобы оживились наши... Ну да, они погибли. ...парники. Скатывайся немножко, чтобы нас не нашли. Да. Не, это реально сейвовое довольно-таки место, тут мало кто смотрит. Подлезь. Тихо, тихо, ты что? Ты вышла? Как тебя не зовете? Они не смотрят под лестницу. Ты говорю, вообще сейвовое место. Но скоро все будут заглядывать туда. Мы столько тут... Слушай, Старлайт, я думаю, если пушить, то нужно большими предметами пушить. Надо не пушить предметами, надо... В общем, если ты улетаешь, кстати, убегаешь от охотников, то лучше из предмета в предмет. Так надо вылазить? Вылази, Джи, нажимай. Хорошо, поднялись. Видишь, если будет мало жизни, собирай вот эти хилинг орб. А вот руками бить, да? Кого-то. Да-да-да, правая кнопка мыши. Сюда, тут один хан. А, они тут все вместе. Я вместе не могу. Мы не пройдем здесь. Иди, иди сам. Давай, надо запушить. Я улетаю, улетаю, улетаю. Старт, улетай. Ты где? Орки, да блин, меня уничтожили. Почему так сложно? Это не просто. Сложно, слушай, запушить. Меня убили. Как нас так легко запушили, а мы их не можем? А, ты постоянно перетягиваешься, да? Умно. Да-да-да. Неплохо. Ну смотри, ваш смысл по-любому тебе надо запушить их. А надо. Иначе они выиграют. Сначала мы прячемся, а потом мы пушим. You gotta kill them, otherwise we lose. Best of luck. Еще раз ловушки, да. Блин, это сложно запушить. Блин, ханты лучше, хантом нужно вместе просто держаться. Если у тебя хорошая пушка, то, блин, это не просто будет. Ты ждешь, прячешься, и в конце тебя все равно убивают. И дали столько же опыта, хотя мы дольше продержались, странно очень. Мне 250 дали. Ну да, мне так же. Мы сейчас будем этими охотниками, получается. По очереди, да, видимо? Ну да, охотниками. Там чередуются, охотниками. Да. Вот так. Косметические предметы. Что у меня вот есть, я могу интересно. Облик охотника сразу из этого купить. О, я хочу следопыт взять, мне интересно. Вот, находят следы призрака... пройдены по ним... Так, пройти по ним, чтобы отыскать призрака. Следы исчезают через 15 секунд. Эффективен против движущихся предметов. Попробую, наверное, мне интересно. Открыл новый предмет. Так, все, я еду. Я купила новый скин. Ты видишь мой новый скин? Так, Starlight, я не вижу тебя. Ты не видишь? Ты пока еще не появилась. А, вот, желтенькая такая, прикольно. Да, вижу. Прикольно, мне нравится. Ты напротив меня сидишь, да? А нет, это не ты. Не, я рядом вот с тобой. Ты рядом со мной, да. А я обычно пока что.
Надо будет тоже потом приодеться. А если я умру, я потеряю этот скин или нет? Да нет, конечно, нет. Это уже навсегда. Мне вот этот раз беленький такой, с усиками. Кстати, дорогой. Да? Это значит, они давно уже играют. Возможно. А, ну что ж, начинаем. Ребят, пишите в комментариях, кто вам больше нравится, призраки, либо же охотники. Мне нравится летнее оборудование. Вот у меня двустволка, это очень странное. Найдешь, получается, да? Слушай, у меня оборудование... Да-да-да, у меня какой-то телевизор. Я по нему хожу. Я могу следы за обнаруживать. Тобой. Ага. За тобой. Могу тебя еще найти. Тут что-то непонятно. Куда побежал далеко. Такой... Осторожнее, они тебя могут одного запушить. Вот это место проверяем. Вроде тихо, спокойно. Так, я по идее должен увидеть следы. Кого-то из наших атакуют. Вон, видишь, у него уже мало жизни. А, вот, вижу, да-да-да. Да, пылесосом собрать. Пылесос? Видишь пылесос? Нет, нету. Собрали. Вот туда куда-то следы идут, вот туда. Старай, ты за мной? Да, да, туда. И кам, веди, кам. И, веди. А, вот тут какие-то следы были. Ну все, уже нету. А, нет, тут еще есть. Веди, веди. Ну, следы были здесь. Видишь? Мячик, что ли? О, атакуют, атакуют меня. А, вон, вижу цель, вижу цель. Сложно пока понять. Цели. Там где-то. Кастрюля какая-то. Так, это здесь заканчивается, очень странно. Слышь, следы? Да, вот куда-то. Под лестницей, под лестницей! Под лестницей! Шарик, шарик, шарик! Да, мячик! Бол-бол-бол-бол! Прикольно, телевизор прикольный, я не зря купил. Легко определяет. Так, старай, он сюда пошел. Ты за мной? А... Я за призраком. Где он? Help me, help me, help me. Он превратился куда-то. А все? А почему так быстро? Мы всех убили? А, все. Смогли наконец-то победить. О, достижение, да? Тебе тоже дали? Да, дали. 600 опыта дали, 600. А, мне 500. Сразу можно новую... Ну, это опыт, опыт. А, кристалликов 300 дали. А, мне 250. Попробуй какое-то новое, да, оборудование купить, чтобы тебе было тоже интереснее. Да, да. Теперь вот у меня 350, еще чуть-чуть. О, новая карта. Прикольно, да, замок. Сейчас весело, да, как бы с командой, ну, да, вроде хорошая. И когда уже немножко разобрался, уже поинтереснее. Да, согласна. Так, купить ничего нельзя. Интересно, новые какие-то способности проверить, но это со временем это все открывается. Надо просто копить. Ну, в принципе, это быстро все можно нафармить. На призраков я, наверное, не буду покупать, а хотя... Я сначала на хантов хочу тоже. Ну, призраки тоже интересные способности проверить, какие у них есть. О, круг боли какой-то, что такое? Что он дает? Причем во время катки можно менять какие-то способности. Тут русских очень мало, еще ни одного не встретили. А, круг из соли блокирует, и мы не можем в него зайти. А это кто где поставил? Где они появятся, там будет круг из соли. Где появятся? А, они здесь появляются, ханты, да? Красиво. Типа поместье. И коридор.
Cut. Так. Где? Надо, я на чердаке, кстати, я, наверное, тут и буду прятаться на чердаке. Stacking up couches in front of the doors. Я думаю, надо просто перемещаться, искать, куда в следующий предмет, да, ты переместишься, так проще. Так, все, начинаем, интересно. Они забаррикадировали проходы. Они еще, оказывается, мы можем вещами забаррикадировать проходы. Да? Три. Забаррикадировались наверху. На... Иди к нам сюда. Забаррикадировались. Блин, я уничтожен уже. Ну как, почему так быстро я уничтожаюсь? Я не понимаю. Я же пушил его. Я ударил его. Ничего, так... продержись до полуночи. Ну окей, а как вы так забаррикадировались? Превратились в большие объекты и это... как это сказать? Свалили их туда и вышли из них. Вот. А, да? Так можно? Видимо, можно. Вот они так сделали. Мы теперь будем здесь капец, сидеть и ждать. Новая тактика. А как мне к вам добраться? Хороший вопрос. А, ну вот, я вроде понимаю. А, вот так, что ли? Вы на чердаке, да? А мы на чердаке. А, вот я вижу вас. Вот в алтаре можно какую-то... Есть сфера здоровья. Может быть, она оживляет? Сфера здоровья, это ты нам можешь кидать вроде бы, как, чтобы мы хилились, когда это... А, я понял, да, это помогать команде. Они здесь. Они пробрались. А ты можешь... Они тебя не заметили? Че, они мертвы, что ли, наши? Я одна осталась. Ты одна осталась. А так, почему так быстро они находят? У них явно какое-то оборудование есть по нахождению. Мне нужно текать отсюда куда-нибудь. Блин. Нет, не хочу! Не хочу, не хочу! Блин, они запушили нас. Вчетвером на одну девушку, ну что такое? Вообще... Ну, играть можно как-то это. И катки довольно-таки короткие. Интересненько. А быстро можно прокачаться. Вот четвертый уровень. 250 осколков дали. Я 125. О, мне 625 конечно. Уже. Купи какое-то новое оборудование, посмотри. А, мне чуть-чуть не хватает. Там же все от 500. У меня сейчас 475. А, мне чуть-чуть не хватает до нового оружия. Опять в общем, сам. Алекс, держись. Вместе, давай держаться все вместе, не уходи. Хорошо, хорошо, давай. А мы сейчас, пока что мы за охотников. Я что-нибудь еще да. Новое куплю, что-то еще купить. А я тоже, я пока не могу. Есть исцеляющая аура, это навык, я могу какой-то навык приобрести. Беру дефибриллятор, пофиг. Угу, так, я тоже могу, C4 есть. О, есть крюк-кошка, я хочу крюк-кошку, мне интересно, я крюк-кошку взял. Что делает крюк-кошка? А, ты можешь на любую высоту подтянуться. Проще просто догонять тех же призраков проще перетягиваться. А мы что-то они... взяли, чтобы определять их? Нет, я не взял. Я взял дефибриллятор. Можно посмотреть у них, можно у них посмотреть на табуляцию жмешь и что они взяли. У них нету на обнаружение ничего. Увеличенный магазин. Гранатки всякие, ты дефибриллятор взяла. Я взял крюк-кошку. На обнаружение у нас нифига нету, я так скажу. Мне нравится, смотри, когда ты едешь на машине, в какую локацию ты едешь, и ты видишь полностью локацию, как бы лес вот этот. Мы едем к замку, как и мы видим они вот этот лес. Ставят, кстати. Смотри, они как-то метки ставили, да? Ну как-то ставят, как да. В фонте, может быть? Так, о, вот он замок. Атмосферненько так. Мне нравятся такие карты. Ghost, over here. Так, смотри. Как в конте, видишь, отметку ставишь? А, да? Они туда бегут. Старай, посмотри на меня, смотришь? Смотри.
Абордажный крюк! Ну да. Смотри, если ты сюда встанешь, призраки не смогут зайти. Вижу! Вижу! Да вот же! Диван, диван, диван! Это он уже перешел. Перешел? Да. Столик! Столик, по-моему. Нет? Вверх побежал. Блин, как так не увидел? Он хотел запушить кого-то, убить. Он убить кого-то хотел. Вылез! Убил! Я убил его, да! Надо его собрать, его этот. Ух, его. Отлично, отлично. Блин. Не знаю, насколько имбовый крюк, конечно, непонятно пока. Бордажный крюк. Нападает, нападает на наших. Пойдем, пойдем, пойдем. А где вы? Вот, видишь, где у нас, у наших напарников ХП подсвечивается. Так, видишь кого-нибудь? А способности на какую кнопку активируются, интересно? Спасибо. Наша способность какая-то есть, по-моему. Блин, ну прикольно, мне нравится абордажный крюк. Я надеюсь, будут какие-то другие примеры тоже появляться. Что говоришь? Попадает кто-то на вас? Пока не, я непонятно. Но одного мы убили. По серой аватарке можно посмотреть. А, ну вот я одного убил. Он не вас... Да ё-моё, я падаю постоянно в дырочку какую-то. Пополнить припасы. То есть, подожди, я могу менять, что ли? Да, я могу менять. Слушай, если я купил, я могу менять. Я взял, допустим, дефибриллятор, я могу тебя оживить в любой момент. О, это прикольно. Это прикольно. Аптеку я могу взять. Help me, help, help, help. Ты здесь куда-то ушел. Это кто, ударили и... Слушай, а дверь кто открывал? Блин. Ну я не знаю, насколько крутая двустволочка, что-то как-то так себе. Может она и мощная, но вблизи прям именно. Тут можно сменить даже комплект, кстати. Да, ты можешь менять оружие. Так, следопыт, допустим, следопыт делал. Следопыт хорошая штука. Можно легко определить призраков. Вот где-то здесь были. Это здесь. А вот, блин, мотив. Очень непонятно, очень сложно все. Где он, где-то здесь. There's some healing here. Alright, let's get back to the generator. Назад, говорят, возвращается к генератору. Возвращаемся к генератору. I saw a ghost over there. Аптеку можно взять, смотри, я аптеку взял. Я меняю комплект. Готово. А я могу вас? Я могу тебя подхилять? Смотри, я тебя хиляю, да? Alright, guys. А у меня пока не надо хилять, у нас 100% пока ХП. Но ты можешь потом уже это сделать. Готовимся. Блин, я только вблизи могу бить.
Может, они сейчас подойдут к нам? Капец. Би-би-би, отгрызи. Там. Блин, меня вырубили. Они, видишь, они сразу вчетвером меня вырубили. Они вчетвером нападают сразу. Козыри, бить! Блин, не успела. Ну я видел, да, анимацию, ты уже начала возрождать. Прикольно. Кстати, можно всем дефибриллятором взять, типа, и сразу оживлять кому-то. Тут в тиме, если играешь вчетвером, то тогда, в принципе, это прикольно. То есть можно договариваться, кому что взять. У меня новый уровень. У меня третий, 3.5 у тебя. Теперь я могу новое оружие взять. Я, наверное, возьму новое оружие, потому что эта пушка вообще непонятная. Хорошо. Которая стартовая пушка, она вообще никакая, я так скажу. Окей. Забавная игрулька. Ну, в плане, мне реально нравится. Ну, я рад, что понравилось. Я сначала обрадовался, потом разочаровался, но сейчас думаю, ну, в принципе, нормально. С боты. Надо, может быть, выйти как-то? Ждать? Или присоединяться к нам? Это также найти где-то место, где можно... смотри, может, тут на наверху можно вселиться. Иди сюда. Сюда со мной. Я на крыше. Окей, да. Займи место, где ты сможешь прятаться очень долго. Ну вот, я на крыше в статую спрятался. Она не забудь ерзать на месте. Я прыгать могу ей, смотри! Смотри, я могу летать ей! Ты посмотри на меня, Starlight! Смотри! Анимация! Вау! Иди здесь тогда вот так вот. О, вау! Видишь? Ты прыгаешь. Да, да, да. Иди там, короче, да. У некоторых предметов есть способности, типа ты можешь летать. Это те же самые противники. Нам бы идти перезайти, потому что мы с ботом играем. Я могу рычать. Ты это делаешь? Ну, у меня способность у него есть такая. Слышишь? Так, могу вселиться в другой. А, вселись в мою статую, вселись. Попробуй. Способности разные. Как? Вау. Смотри, что могу делать. Я могу рыцарем. Наверх, прыгни ко мне. Старайся. Как я не могу? Я летать могу. Посмотри, я могу мечом бить. Ау, это круто. Давай только не будем палиться. Смотри, я тоже могу звуки подавать. Слушай. Слышишь? Блин, прикольно. Ой, это здорово. Теперь интереснее попробовать в разные предметы повселяться и посмотреть, что они умеют. Какая у них анимация. Это прям здорово. У меня, смотри, я еще... Глаза загораются у моего рыцаря. Посмотри. Видишь, красными? Да, я вижу. Прикольно. Я дамажу? Я думаю, мы дамажим так. Можем дамажить... наверное. Хантов. Хеллоу. Сказали привет. Так, а в чё ещё поселиться? Подожди, хан. Не палися. Ну я прыгать им не могу, я могу только мечом бить вот так. Видишь, а ты прыгать можешь. У некоторых есть способности предметов. Вот. Не забудь только поёрзать на мерсите, чтобы скинуть эктоплазму. Осторожней, хан внизу. Сейчас, немножечко. А мы еще убьем его. Нападем просто. Может его сейчас убить? Где он там? Он один. Пока один. А тут все шо? Наши, да? Короче, давай тактика. Как только подойдет хант, мы его убиваем. Попробуем. Будет один, мы попробуем его убить. И с черезко вселяемся. Тут что-то звонит. А, я могу тебя скинуть, да, получается? Это я тоже могу скинуть. Да. Эй! Ты я могу запрыгнуть сюда обратно.
Давайте я подсажу. И ты мне посади. Ой. А вот нет. Блин, забавно. Нашего убили уже. Тихо, тихо, подожди. Нам осталось чуть-чуть продержаться. По сути, смотри, мы можем втроем нападать, а один будет где-то прятаться. Мы же все равно живем потом. Да его загасить. Платить надо его душу. И... Нет, 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 меня уничтожили. Не пались, не пались, не пались. Блин, меня тоже уничтожили. Да я хотел его убить. Я просто не понял, мечом же надо убивать или нет? Я его пытался нет, мечом убить. Нет, надо выйти из формы и призраком добить. Призраком лучше добить? Блин, я думал, мечом будет проще. Я думал, меч сильный же. Странно очень. Не, было бы здорово, если можно было мечом убивать. Я думаю, можно, но... Я думаю, это у тебя сложно. Очень... Да мы бы его легко убили, да, если бы я вышел, я бы его убил. Я думал, типа, меч сильный. Я подойду поближе и убью, не получилось. Мне кажется, что этот, как его... Не такой быстрый просто он. То, что тут ну, все да, оружие, да. Оно мега быстрое. То есть вот ну а ты прыгала отлично. На него, пыталась? Я вышла из в призрачной форме и попала в ловушку. Вот. Но вообще не стоит вылазить, потому что ты более слабая в призраке. Тебе надо лучше предметом бить изначально. Это когда уже охота началась, тогда призраки сильные. А до этого, мне кажется, все-таки лучше предметом быть и атаковать тоже ими. Так, а мороз, оружие дальний бой открылось почему-то. Я вроде не покупал, давай возьму его. Посмотрим. Так, я, наверное, оружие новое возьму. У меня как раз есть деньги. Мне какая-то заморозка. Так, все-таки сначала лучше на обнаружение брать что-нибудь. Я, конечно, могу туда залезть. Вау! Сразу наверху оказаться. Слушай, прикольно. Все-таки... Открыл кошка, прикольно. Только я не понимаю, как прыгнуть. Вот, я залазил. Ну, там запрыгнет, он порой не запрыгивает. А у кого-то все. Есть этот определяющий следопыт? Не знаю, можно на тап нажать и посмотреть. Да, есть определитель у кого-то. Определитель, да? Ну, а да. Вон, вижу. Мы сейчас одного убьем уже. Я замораживаю. Все, я убил его. Заморозка прикольная штука. Вижу еще одного. Переселился уже? Что? Не знаю. У меня заморозка прикольная штучка. О, следы где-то это есть. Такое? Что это такое? Штука, которая следы должна искать. Это которую я с ней гонял, да? Да-да-да. А, я просто со стороны не видел, как это смотрится. Вот где следы, скажи? Не вижу. За нами нажимать? Я просто так смотрю. Воу-воу-воу. Блин, мне крюкошка прям понравилась. Просто чисто погонять. Чего не вижу. Все-таки кажется, что на каждую игру надо заново покупать приспособление. Или оно у тебя навсегда открыто? Оно навсегда открыто. Точно следы, где-то просто наверху. Просто выбираешь и все. Наверху на крыше. На крыше? А вот же пометка какая-то. Я поставила. Да, вон он! На крыше, видишь? Вон он! Куда ты перешел? Да, перешел дальше. Вон подсвечивается. Гаргулья это. Да блин. Убили? Он куда он? Да, все, выиграли. Выиграли. GG. Организатор закрыл сервер. Ну как так? Ну все, я предлагаю, для первого взгляда это
нормально как раз таки. Организатор закрыл сервер. В следующий раз мы продолжим обязательно играть, ребятки. Напишите в комментариях, как вам игра зашла, не зашла. Вот, ну, это первый взгляд, мы только разбираемся, мы еще не все потестили, не все оружия, не все способности призраков. Но, думаю, со временем разберемся. Также какие-то скиночки посмотрим. Но это все, наверное, в следующей серии. С вами был канал AlexPlay и Starlight. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока.